приезжайте! Еще раз, друзья, ваши аплодисменты. Команда Калининградского подразделения. Капитан Виталий Шмельц. Команда Калужского подразделения. Капитан Оксана Манжесова. И команда Брянского подразделения. Капитан Иван Белецкий. Итак, команды готовы. И я хочу немножечко анонсировать то, что победитель сегодняшнего Родео проходит в финал. Финал Родео, который состоится в Брянске 7 сентября. Если кто-то из калининградцев будет в это время в Брянске, то мы вас очень радушно приглашаем. А представляешь, если кто-то из калининградцев сейчас настолько проникнется этой идеей, этим праздником, что специально 7 сентября приедет в Брянск на Радео. Друзья, мы будем только за, на самом деле, чтобы популяризировать этот вид, ну, я даже, наверное, назову это видом искусства на самом деле, да, обращение с лошадьми и обращение с быками. Итак, к церемонии награждения давайте переходить. И начнем мы с третьего места. Третье место. И, я так понимаю, мы сейчас увидим таблицу с итогами. Счет по итогам конкурса. Ну, вы видите. Итак, за третье место 12,1 балла. Кубок получает команда Брянского подразделения. Иван Белецкий, капитан команды, получает кубок за третье место. Балтийская Радио 2019. Ваши аплодисменты, абсолютно заслуженные аплодисменты команде из Брянска, друзья. Не все, к сожалению, получается, возможно, да, хотя это одна из самых опытных команд, на самом деле, участниц Родео, но, тем не менее, всякое бывает. Ну что же, второе место с общим итогом, который мы сейчас увидим на экране. Получается, Калуга, 15,6 балла. Второе место. Второе место Балтийского Родео. Команда из Калуги. Капитан Оксана Манжесова получает кубок за второе место. Ну что же, и наверняка вы уже все прекрасно поняли. Мы определили победителя. Слушай, я не знаю, на самом деле, сыграло ли то, что, как говорится, да, дома и стены помогают, хотя стен у нас сегодня нет. Или то, что Антон Андреевич сегодня приехал и озвучил, да, что он уже с судейством поговорил. Но на самом деле, друзья, я думаю, что, во-первых, все команды выступили достойно. Ну, калининградцы, ну, конечно же. Ну, как же мы можем не поддерживать свою родную, любимую команду? Калининградское подразделение, первое место! Победитель Балтийского Родео! Команда Калининграда! Ура! Команда Калининграда проходит финал, который состоится 7 сентября в Брянске! Друзья, еще раз ваши аплодисменты всем командам, победителям, участникам. Спасибо вам большое, дорогие зрители. Балтийская Родео 2019 состоялась. Состоялась она прекрасно. Команды, большое спасибо вам. Мы предлагаем вам пройти в зону ожидания. Ура! Ты готов, ковбой, каждый день с ним побеждает.
все иначе. Русский дух во штрафы не спрячи. Ты упрямый, словно вы, это добр тупым. Ты добрый плод под бобом на удачу. Снова сердце застыло. Почувствуй, как по венам бьет сила. Ты не знаешь слова страх, все в твоих руках. Еще минута победа и игра. Потрясающе, да? Друзья, я напоминаю, что у нас по-прежнему работают все...